Ciao a tutti, oggi faccio profiterол di Сан Giuseppe. Привет всем, сегодня я решила сделать профитроли Сан Giuseppe. La ricetta è quasi identica a quelle profiteroli normali nel forno, invece solo si frigge nell'olio. Он очень похож на классический рецепт нормальных профитролей, но единственное, что их нужно готовить в кипящем масле. Nel pentolino metto l'acqua e il burro e metto sul fuoco e porto fino a ebollizione. Поставить кастрюльку с водой и сливочным маслом на огонь и довести до кипения. Сняв с огня, добавить соль и муку. Mettiamo dentro la farina e sale, mescoliamo e mettiamo di nuovo sul fuoco. Хорошо все перемешиваю, убрать все комочки и поставить снова на огонь и готовить на медленном огне, пока не будет формироваться типа шара и тесто отлипать от кастрюльки. Mescolare bene sul fuoco finché non si stacca dai pareti il composto, formando una palla. Farlo raffreddare bene. Questo нужно обязательно хорошо остудить. Как только тесто стало холодным, я добавляю туда натертый лимон, сахар и все опять это перемешиваю. Nel freddo impasto aggiungo il zucchero e la scorza di limone mescolando bene. Перемешивая быстро, добавляю в тесто по одному яйцу. Impasto tutto aggiungendo un uovo alla volta. Intanto nella teglia imburrata creo quadratini di carta a forno. Na smazany list maslam kladu kvadratiki iz bumagi. Creo tipo un nido con sacco a poche, come vedete. Политическим мешком делаю типа гнездышек, оставляя пространство внутри. Insieme con la carta metto nell'olio bollente. Каждый профитроль вместе с бумагой кладу в кипящее масло. И тут же, как видите, убираю бумагу. Come vedete, lo tiro fuori subito la carta, lasciando i profiterol nell'olio. Appena sono dorate, sono pronte. Как только они стали золотистого цвета, они готовы. Riempio il buco con la crema pasticcera, lo lascio link sotto il mio video. Как вы видите, дырочки, которые остались в готовых профитролях, я заполняю заварным кремом, который вы можете найти на моем канале. Я оставлю ссылку внизу под видео. Декоро con i lamponi, voi potete decorare con i ciliegie, con qualsiasi frutta che vi piace. Я украшаю малиной в соку. Вы можете использовать любые фрукты, вишню, что угодно, в собственном соку или варенье, которое вам нравится. Сверху посыпать сахарной пудрой. Sopra aggiungiamo zucchero a velo.